Больше миллиона казахстанцев заболели ОРВИ с начала октября. Также лабораторные анализы подтвердили 865 случаев гриппа. Но эпидемиологи говорят, переживать не стоит. Заболеваемость в октябре на уровне прошлого года. Они уточнили, 80% заболевших – дети. Поэтому медики рекомендуют при симптомах гриппа и ОРВИ оставлять детей дома. Лучшей профилактикой в Минздраве считают вакцинацию. Почти 500 000 детей уже получили прививки. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,3 миллиона доз вакцины Грипол Плюс российского производства. Вакцина содержит штаммы против вирусов А и Б предстоящего сезона. Закупаемый объем позволит охватить 12% общего населения республики. При рекомендуемом уровне ВОЗ не менее 10%.